Война против России, с моей точки зрения, не прекращалась никогда в новейшей истории России, просто она приобретает все более и более ожесточенные формы. И, конечно же, она связана с более широким контекстом, с моей точки зрения, с тем, как будет в принципе выглядеть мир на ближайшие 10, 50, 100 или тысячу лет. Вот когда после небольшого такого периода, короткого периода потепления завершения холодной войны мы вновь вернулись к все возрастающему клубку проблем, которые начали разводить Россию, наших единомышленников и тех, кто нам оппонировал, в политологических кругах была популярной дискуссия, а как вот называть этот новый период охлаждения отношений? Можно ли это уже назвать холодной войной, версия 2.0, или это еще что-то другое, а холодная война еще не началась в этой версии обновленной. Я всегда говорил и продолжаю считать, что холодная война в версии 1.0 никогда не прекращалась.